Эдгар По. Светлана. Леонид, какие люди. Надо же, каждый год в один и тот же день. Да по тебе можно календари сверять. Ты смотри, какой нарядный. И позвонить. Часто о тебе вспоминал. Да ты что? Не чаял уж увидеть живых. В смысле? Думал, умрешь. А ты коты. Алло, Жора, как ты считаешь, что люди дарят в отместку на день рождения за детскую открытку, подаренную одиноким мужчиной, написанную женской рукой и подписанную некой семьей Титовых? Голову свиную привези. Ответ достойный дворянина. Пожалуйста. Стоп. Борщ. И котлеты. Кто? Машинист. Паровоза. Котельный. То-то я смотрю, тепло у вас здесь. Может, накормить тебя? Нет, поеду к Вагину. У него суп из раненой утки. На бульоне сельской браги и слез. Я хочу напиться. Из-за неразделенной любви. Клоун! Здорово, Палеолит. Здравствуй, Лень. Опять какую-то гадость сказал. Фу, холера! До рынка доеду? Нет. Он на Плеханова поворачивает. Вот странные люди, а. Сначала забегают, не знают куда, потом спрашивают. Праздником вас! С каким еще? У друга у моего день рождения. А мне до этого какое дело? Ну как, человек же все-таки год прожил. Может, пользу какую-то принес обществу. Работать людям надо, а не пользу обществу приносить. Какая от вас польза? Аккуратнее вези! На тушенку? На день рождения? Гармонь нужна? За полцены. Я играть не умею. Так и у нее слуха нет. Уже. С днем рождения. Извини, но торжественно вручить это язык не поворачивается. А ребра зачем? Знаешь, у меня тот же был вопрос насчет головы. Но раз тебя смутили только ребра, я думаю, и им применение найдем. Как только я узнаю весь твой замысел. Убери в холодильник. Что его знобить-то? Не привык к изобилию. Чересчур жизнерадостно для покойника. Она и должна так вонять. По всей видимости, она подверглась пыткам после смерти паяльной лампой. А
может быть, просто по жизни была дерьмом. В любом случае, голову продали одну, безродословной. Но если тебя так беспокоит ее прошлое, то смело могу предположить, что звали ее наследственно Борька, погибла она в результате банальной для порядочной свиньи по ножовщине. И если ты сейчас не скажешь, что ее ждет после смерти, я погребу вас обоих на пустыре без всяких почестей. Холодец будем варить. А ты самонадеян. И это при всем твоем невежестве к сложным блюдам. Могли бы просто коробку тушенки купить, как в прошлый раз. Примитивизм приготовления макарон заставляет топтаться на месте. А я за развитие. Мне страшно, Вагин, за наши еще молодые жизни. Признайся, ты хоть немного имеешь представление о затеянном? Хрестоматийно, в терминологии. Практики не хватает. Есть предложение, с чего начать разборку? Предлагаю для начала выбить ей зубы. И если интенсивностью пьянки преодолеть порог сомнения, то можно смело их ставить на место твоих отсутствующих. Пустое. Чем меньше становится зубов, тем больше времени на анализ речи. С возрастом я стал ревностным апологином минимализма, оставив две пары повседневной обуви и пиджак, прибавив к этому жизненный опыт, помноженный на количество прочитанных книг, и декор в виде галстука выходного дня. В результате ты получаешь интересного собеседника, недостаток которого теряется на фоне грамотной изложенной речи. Таз захвати по запчасти. Что это тут удумали-то, черти? Готов поменять профессиональное приготовление свинины на нудную жизненную мораль? Не слишком ли велика цена холодцу? А ты, Ленька, что мимо проскочил и не поздоровался? Здрасте, Нина Акимовна. Отметил вас сразу в огородном полупоклоне и отвлекать не стал, дабы не нарушать стройной садово-инструментальной ритмики. Что сейчас сказал? Бог помощь, говорю. Как картофель сей год похоронили? А что ему в земле-то будет? Окрепнет? Или сгниет? А ты, Ленька, стареешь. Так год был циничным, Нина Акимовна. Чем же это, а? Томительным ожиданием очередной встречи с другом детства. Кодировался, что ли? Был грех, смолодушничал. Хотя я уже привык, что ваша оценка меня с детства давно никогда положительно не характеризует. Мне всегда было интересно, а где тот жизненный момент, о котором я с гордостью должен рассказывать своим внукам? Ты его просрал, как и Жорка. Ждите здесь. А ты не знаешь смысл поговорки «гусь свиней не товарищ»? Гусерин вроде спасли. Уважаю. Голову отдайте. Сама все сделаю. Отравитесь еще. Лишь бы в живот что-нибудь напихать. Знаешь, Вагин, мне всегда импонировала твоя социальная философия,
но использование чужого труда для собственной выгоды. Скажи, ты же ведь знал, что старуха будет холодец варить? Знал. Я потребую геральдический комитет лишить тебя дворянского титула. А пока прими мое личное презрение. На Рождество мужика ее схоронили, Серафима. Месяц лежала. Думал, следом закопаем. А нет. Утром просыпаюсь, она как смерть передо мной склонилась. Дай, что ли, постираю у тебя чего. Вот я ищу теперь заботы всякие. Сейчас холодец сварит, а потом моему мотоциклу движок переберем. Хорошо у вас здесь. Природная первозданность. Не слышно городской политической борьбы. Недовольство масс выражается лишь возмущение отдаленности хозмага в зимних условиях. Вагин, если ты умрешь, знай, мне будет скучно без тебя на этом свете.